Алис, посмотри, вот это так, дед, это твой прадедушка. Это дедушка Реля. Да, ты его еще не знаешь. Это наш. Сейчас будем знакомы. Твоя младшая правнучка. Три. Три, да. Самая маленькая. А тебе сколько? 13? 14 уже, Жустина. Да. На выданье. Ну да. И собачка. А собачку как зовут? Кэти. Кэти. Кэти, Кэти, Кэти. Смотри, какой хороший. Смотри. Кэти, иди сюда. Кэти, Кэти. Кэти, подойди. Привет, Кэти, не хочет. Хорошая. Пойдемте. И вот здесь тоже у дедушки прямо во дворе. Вот такие тренажеры, чтобы заниматься спортом. Смотри, горка есть, Алис. На горку вон можешь скатиться. Ну, здесь маленькая площадочка такая. Для тех, кто живет вот в этих домах вокруг. Поезжай. Ну, конечно, на пузе. Залезай, не бойся. Тебе лошадка понравилась? О-о-о! Ну ничего себе, как ты скачешь на лошадке быстро. Это горка, девочка, на горке. Ты можешь тоже на горке кататься. Алиса дедушке нашла очень старенькие игрушки. Смотрите, такой Емеля. Он очень старый. У него, наверное, ему лет, как нашей бабушке. Лет 60. Вот такой Мишка, да. Такой Емеля. Ему лет... Да, ну подожди, я посмотрю сначала. Ему уже лет 60 этим куклам двум. Посмотрите, какие они старенькие. Только аккуратно, Алиса, они уже старые, чтобы не порвались. Вот такие две куколки симпатичные. Даже рука у него уже бедного оторвалась одна, да? Привет! Привет! Как живешь? Хорошо живешь? Да. Ты потерял руку. Да. Сломалась рука. Сломалась рука, ну ничего страшного. Да, нужно веревку починить. Можно починить веревку. Держи. Вот, посмотрите, прадедушка Алис, герой войны у нас. И у него очень много наград. Дедушка, расскажи нам про свои награды. Я. Так, что это? Это орден Отечественной войны второй степени. Ага. Это 7-й механизированный корпус. Я. Это медаль за отвагу. У вас отважный дедушка. Отважный дедушка. Дедушка ветеран, герой войны. И он был танкистом. Ты был танкистом, дедушка, да, танкистом. Командиром танка. А это Забайкальский фронт. Ага. Понятно. Вот нашему дедушке скоро будет уже 90 лет. 90 лет. Да. Да. Видишь, какой у тебя прадедушка герой. Вот так. Вот остальные, ну еще тут много. Это сложно. Ну, подожди, я посмотрю. Так. Вот написано 50 лет. 50 лет медаль Жукова. Вот это. Вот. Нет, вот это. Вот это. Да, это Жуков. Это что-то тоже, я не знаю. Но это... А это что? Это 16-й... Юбилейные медали. Юбилейные, да, это юбилейные тоже. Да. Вот такие дела. Вот. А знаете, как нашего дедушку зовут? Его зовут Релен. Но мы вам сейчас не расскажем, что обозначает это имя. Это имя придумали его родители. Да. Потому что когда он родился, тогда было очень модно всякие... Умер Ленин. Ну да, не рассказывай все, потому что мы сделаем конкурс для ребят, чтобы они отгадали, что твое имя обозначает. Поэтому вот вам такое задание. Вы должны отгадать, что обозначает имя Релен. Кто отгадает, тот получит от нас небольшой подарок, сюрприз из Израиля, где живет
наш дедушка, герой войны. Смотрите, кто правильно расшифрует имя дедушки нашего, тому мы отправим вот такой блокнотик. Это мы на конкурс ребятам подарим из Израиля вот такой вот небольшой блокнотик с картинками из Израиля. Здесь посмотрите. Кто отгадает? Никто не отгадает, если говорит. Вот такие вот, вот такой вот симпатичный блокнотик получит победитель конкурса, да? Ну вот, ладно, Алис, ну все, тогда давайте попрощайся. Дедушка, скажи до свидания всем. Скажи пока, Алис. Пока-пока. Это я тебя снимаю на камеру. Это телефон, это просто чехол для телефона. И мы тебя снимаем, и мы положим видео. Бабушка тебе покажет потом видео с тобой. Хорошо, ну все, пока-пока. А вот фотография дедушка. Как? А, я в свете. Покажи. Лучший вратарь Дальнего Востока. Лучший вратарь Дальнего Востока. Наш. На этой фотографии сейчас. А что там? Дедушка молодой в шлеме в танкистском. Ну там мне 20 лет. 19 лет, да. И вот тоже в военной форме. Вот. Дедушка красивый молодой у нас. А вот дедушка с нашей маленькой бабушкой. Вот это вот бабушка, которая вот она, которая сейчас уже бабушка, а тут она была маленькая девочка. Бабушка, покажись. Вот это бабушка. А кто бабушка? Вот она была вот такая маленькая на этой фотографии. Бабушка, вот, бабушка Ира. Это твоя дочка, которая была маленькая вот здесь девочка. Сколько мама? Год? Сколько? Вот здесь. Год. Такая смешная. Меньше, чем Алис. Да. Я просто пришла. Ну-ка, а у тебя что, Алис, покажи? Обезьянка. Дай-ка. Покажи. Обезьянка хлопает в ладошки. А это вентилятор. Сердитая птичка, вентилятор. Мы пришли в кафе. Это мы в этом городе, где дедушка живет, зашли в кафе. Дедушка устал и с нами не пошел, поэтому мы вот зашли сюда и пока что смотрим игрушки. Покажи, Алис, сюда, а то не видно. Покажи обезьянку свою и птичку. Ты кто? И ты знаешь, что там еще... Алис, там еще конфетки есть, смотри. Обезьянка играет. Подождите, у меня все. И в ней есть еще конфеты. А в твоей есть конфеты, Жюстин? Вот нам кушать принесли сандвичи какие-то с курочкой, с помидоркой, Алис. Подожди, зайчик, сейчас еще салатик будет сейчас. Это тоже такой же у меня с курицей, с помидоркой. У меня с авокадо. У тебя с авокадо, подожди. Это такой зеленый. С авокадо, зеленый авокадо, да, и с помидорками, с авокадо. Уберите, пожалуйста, поднос. А мы на поднос поставим. Здесь еще вот такой вкусненький салат с жареным сыром, с грибами, какой-то вкусный салатик. Конфетки потом, Али. Ну, вот это наши сладкие какие-то печенечки, чай, кофе. И вот, приятного аппетита. Скажи, бон аппетит, Алис. Бон аппетит. А это что? Бон аппетит. Это все этот городок на Арии называется, вот где живет дедушка. Мы возвращаемся от него, и вот идем по очень красивой улице. И вообще этот городок очень красивый, небольшой, но очень симпатичный, курортный. Вот такие железные петухи какие-то стоят. Ну это просто площадь. Площадь, а это мэрия. Если я не ошибаюсь. Это телефон, Алис. Да, у нас таких уже нет. Но это телефон. Только не свались. Очень аккуратно. Видишь, пальма такая. Осторожней, хамчи-дамчи. Хамчи-дамчи-дамчи. Он упал. Бум.
так тоже красиво. Вот это улица, центральная улица города. Какие-то кафе, магазины. Вот она туда уходит. Пошли. Поехали.